Так бастуют на шымкентском авторынке. Предприниматели и работники базара вышли на стихийный митинг. Судебные исполнители намерены опечатать территорию из-за нарушений правил энергетики. Почти весь рынок находится под высоковольтными линиями электропередач, что не пугает перегонщиков и торговцев. Они не собираются уходить и в случае чего готовы пойти на крайние меры. Карета скорой помощи и полиция. У шымкентского авторынка, несмотря на минусовую температуру, жарко. Более 40 предпринимателей перекрыли вход на территорию, требуя не закрывать базар. Самые активные даже обещали устроить самосожжение. Однако обошлось без самоубийств. Базар работал 16 лет. Это 16 лет, не 16 дней. До этого дня не было никаких причин. Вот один раз, вот сегодня пришли, хотят закрыть. Почему здесь именно этот базар закрываете? Вот вираж, почему не закрываете? Там тоже высоко, над высоковольтом она стоит. Заправка Карабастау. Что за, кто за этим скрывается? Перегонщики не сдерживают черты, джабы мои дадят. Перегонщики все против закрытия. Трасса рядом, урны, скамейки, все условия есть. Камеры есть, наверху написано «Авторынок». Стоянка не написана, непонятно, что им нужно. Наверное, это поиски конкурентов. Кому выгодно закрытие крупнейшего в Шымкенте рынка подержанных автомобилей, этот вопрос волнует и его хозяев. Юрист владельцев уверяет, базар работает совершенно законно. Налоги оплачивают своевременно, недоимок нет. То есть у людей есть рабочие места. Вот. На сегодняшний день вот эта земля, все 8,5 почти гектаров, оформлены актом госприемки. Это говорит о том, что это предприятие совершенно законно работает. Судоисполнители объясняют, закрытие авторынка – это лишь вопрос безопасности. Вся территория базара расположена под высоковольтными линиями. Могут пострадать люди. Более 1000 вольт там находится, линия там. Поэтому правила нарушены были энергетики. Поэтому они подали иск. Как указал представитель энергонадзора, здесь полностью необходимо закрыть было полностью стоянку, где хранились много, очень много автомашин, которые там, ну, с целью продажи, наверное. Бизнесмены не понимают, почему судебные приставы называют торговую площадь автостоянкой. Люди уверяют, в документы закралась ошибка, ведь по бумагам, которые есть на руках у владельцев, это все-таки авторынок. Однако судебных приставов эти нюансы не волнуют. Они пообещали вернуться через пару дней и исполнить решение экономического суда. Ирина Абрамова, Бахадыр Тажибаев, Виталий Зайнтинов, 7 канал, Шымкент.